Думаю, наверное, важно. А почему? Потому что семейные ценности сейчас актуальный тренд на то, чтобы их нужно сохранять. Не знаю. Может быть, это кому-то поможет. А в целом я считаю, что в школе такое не работает. Это уже на осознанных личностях такое сработает. Ну, я думаю, что детьми должен родитель заниматься. Ну, по идее, это. В целом, думаю, это, конечно, важно. Семья... Это то, что нас окружает лет до 18, а некоторых и больше. Я думаю, не нужно. Это никак не поможет. А мне кажется, наоборот, нужно, чтобы они больше обобщались и слушали про ценности и культуры, которые есть в семье. Я думаю, что надо. Вот, чтобы сохранились более-менее традиционные ценности. Более-менее. А я считаю, что это должно все в семье общаться об этом и рассказываться семьей, а не в школе. В школе это неинтересно, ты сидишь... Думаешь, блин, ну и зачем мне это все? Это как будто бы только отвергнет, что ли, подрастающее поколение от этого всего. Себя представьте, если бы вот вы учились в школе, и вам бы давали такие уроки. Как вы думаете, вам бы они помогли вот сейчас во взрослой жизни? Наверное, нет, не помогли. Каждый учится на своих ошибках.